Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами пятничную распродажу серебра. Много у нас цепочек, браслетов, комплекты, серебре в позолоте, серебро в позолоте и серьги. Вот такая у нас сегодня красота. Начнем мы с цепочек и колье. Напоминаю, что доставка у нас в любую страну Почта России с ДЭК Боксбери. Ссылочки для заказа все внизу под видео и закреплю в комментариях. Начнем вот с такой красоты. Колье идет с натуральным барочным жемчугом. Вот такая жемчужинка неправильной формы. И здесь на подвесочке тоже жемчужинка. Колье регулируется от 45 до 50 сантиметров. Так, получается, основа у нас якорная с алмазной огранкой. Все идет в родирование по скидке 1920. Очень красивая штучка, девчонки, прям. Вообще, жемчуг шикарный. Жемчуг белый. Далее. Такого же плана колье, только с натуральным аметистом. Также здесь идет аметист на цепочке и на подвесочке удлинителя. Здесь 40-45 сантиметров получается. Также основа якорная в родировании с алмазной огранкой. По скидке также 1920. И из этой же серии колье натуральный Ларимар. Кусочком. Также на подвесочке и само колье. Здесь длина 40-45, все то же самое, якорное в родировании с алмазной огранкой и цена 1920. То есть, смотрите, три колье у нас получается, все по 1920, разные только вставочки. Так. Далее шикарный комплект есть по распродаже. Смотрите, вот такой шикарный широкий браслет. И к нему колье. Вещь тяжелая, не дешевая, но по скидочке вполне себе реальная. Смотри, сейчас я так блестит, что у меня сбивается камера. Шикарное колье. Получается у нас здесь основа 20 отдельных цепочек. Панцирных вытянутых, все с алмазной огранкой. Они немножко перекручены. Смотрите, какая красота. Серебро все в родировании, все идет с алмазной огранкой. Замочек карабин. Плюс на каждом колье цепочка на удлинение 5 сантиметров. Вот такой подвесочкой. Девчонки, просто шик. Вот такая вот красотулечка. Так, колье у нас 40 сантиметров, плюс 5 еще удлинения. По весу 41,66 грамма, по цене со скидкой 8,350. Его можно чуть перекрутить в носке, оно у вас будет вот таким вот жгутиком. В общем, с ним можно поиграть. Так, это колье и браслетик. Все то же самое. Большой здесь карабинчик, застежка, много панцирных цепочек. Тоже можно немножко его закрутить, будет поплотнее. Все в родировании с алмазной огранкой. Браслет 17 сантиметров, по скидке 2900. Здесь почти 15 грамм идет. Широкенькие, тяжелые, все классика. Далее у нас в прошлой распродаже остался вот такой браслетик двойной. Основа якорная. Здесь у нас широкая получается. И здесь несколько якорных поменьше. Все это в родировании с алмазной огранкой. Также замочек карабин широкий. Длина 19 сантиметров, по скидке 2300. Здесь чуть больше 11 граммов. Шикарная цена, шикарный браслет. Все в родировании, все с алмазкой. Так, цепочка. Очень интересненькие цепочки пришли.
Смотрите, вот такие кругленькие звенья. Все в радировании с алмазной огранкой. Все блестит. Смотрите, как зеркал, как зеркала маленькие. Длина здесь 40 сантиметров. По скидке 2200. Они еще перевернуты здесь немножко. Видите, она будет постоянно вот такая блестячая. Очень нежненько убегает. Видите, она гладенькая. Все, ничего не цепляется. С руки прямо у меня соскальзывает. Так, такого же плана. Только смотрите, здесь еще сами звенья идут с алмазной огранкой со всех сторон. То есть она во все стороны еще больше блестит. По длине 45 сантиметров. Все в радировании серебром. По скидке 2150. Очень нежненько. Девчонки такие классные. Прям вообще необычное плетение. Так, этого же плана зеркалошки. Она подлиннее есть. 50 сантиметров. Да что ж такое. 50 сантиметров зеркала, будем называть. По скидке 2800. Все в радировании идет. Так, следующий у нас чечевичка шариками. Нежненькая перлина. Шарики все с алмазкой. Здесь, может быть, не очень видно. Сейчас я постараюсь поближе. Видите, все с алмазочкой, шикарно блестит. Длина 45 сантиметров, по скидке 1200. Ну, тут уже можно и подвесочку, и крестик, все, что хотите. Так, следующая. Вот такая тоже красотулечка. Смотрите, она полегче идет. Здесь вот эти вот называемые зеркала звенья, они с отверстиями, она легенькая совсем. Длина 40 сантиметров, по скидке 1650. Серебро, все в радировании. Все отсылаю в упаковках подарочных. Можете сразу дарить, если кому надо. Все у нас упаковывается хорошо. Девчонки, кто уже брал, напишите в комментариях. Так, еще одна зеркалошки. Получается 45 здесь сантиметров. По скидке 2450. Вот такая красота. Так, следующая цепь у нас тройная кордовая. Тяжелая. Девчонки, можно, наверное, и мужчине, и женщине. Здесь без разницы. Самая длинная 70 сантиметров. Здесь получается... Что ж, сегодня все цепи убегают. Здесь получается более 18 граммов, по скидке 3700. Также идет в радирование. Плотненько. Так, и браслетиков у меня тут чуть-чуть есть. Смотрите, вот такой с перлинкой браслет. Основа здесь венецианская цепочка квадратная. На ней шарики. Плюс на увеличение цепочка 5 сантиметров. Изначально идет на 18 размер. По скидке 800 рублей. Так, и еще один браслетик. Вот такой. Здесь у нас основа цепочка плетения Сингапур. Все с алмазной огранкой. Крупные шарики. Также цепочка на удлинение. Есть 17 плюс 5 сантиметров и 19 плюс 5, опять же, сантиметров цепочка. По скидке 1400. Так, все, перешли к комплектам. Так, по многочисленным просьбам, девчонки, ловите, осталось несколько комплектов. Брали мы их по распродаже. Со склада я еще несколько забрала. Вот эти выгнутые прямоугольнички. Осталось 4 комплекта: 17, 17,5, 20 и 20,5. Шикарное серебро, все идет без ставок, очень модно, современно, молодежно. По скидке он получается 1700 весь комплект
Вес серег 8,5. Очень классно на подарок. Здесь на любую мочку замочки, швензочки занижены. Уже я даже дозаказывала девчонкам вот эти вот комплекты. И вот осталось 4 штучки. Не знаю, успеем еще что-то дозаказывать. Пока осталось 4 размера. 17, 17,5, 20, 20,5. 1700 за серебряный комплект. Вообще шикарно. И у красной пресни, знаете сами, серебро. Все плотненькое, тяжелое, качественное. Так, ну остальный комплект у нас тоже от красной пресни. Повторяться не буду. Цены очень хорошие, ловите. Комплект с чернением и с алмазной огранкой. Размер 18 либо 19. Вот эта вот дорожка создает эффект камней. Серьги по весу 7,4. Комплект по скидке 2000. Замочки на любую мочку с занижением. И тут все подвижно. Так, и по-моему оставался у меня такой в позолоте. Девчонки, есть по золоте должен быть. Если кому надо, напишите, я посмотрю, потому что очень много всего не успеваю даже показывать. Так, сейчас следующий комплектик. Вот такие стрекозки здесь, ну или просто листики, не знаю, тоже хорошенький комплект. Мешаются мне завязочки эти. Сейчас как-нибудь разложу. Вот такая красота. Идет в оксидирование. Размер 18. По скидке 1300, девчонки. Серебряный комплект шикарный. 3 грамма серьги. Здесь, наверное, лучше на маленькую мочку. Маленькую либо среднюю. Тоже с занижением. 1300. Серебряный комплект. Подарочная упаковочка. У вас уже будет шикарный готовый подарок. Так, и еще один комплект остался, смотрите, тоже он у нас уже был, и я немножко дозаказывала. Тоже классно смотрится. Хорошая полированная зеркальная поверхность, немножко он идет с чернением. Остался 17 размер, вес серег 8,8, по скидке 1600. Очень прям рекомендую. Замочки на маленькую либо среднюю мочку. Вот такая красотулька. Кстати, да, к этим комплектам зеркальным очень хорошо будут вот эти новые цепочки подходить. Так, позолота. Кто любит позолоту? Девчонки, тоже шикарная красная пресня. Серебро в позолоте. Позолота под красное золото все. Носится годами. Я даже не знаю, сколько десятилетий. Уже люди носят. Так, размер 19. Здесь у нас без ставочек ткань такая в восточном стиле. По скидке 1900. Вес серег почти 6 грамм. Тоже можно в подарок, если вы не знаете по мочке. Здесь на любую мочку рассчитано. Смотрится как золотые. Если вы, как говорится, не скажете никому, то все даже и не отличат, уж поверьте. Качество красной пресни, конечно, все шикарное. Вот такая вот площадочка. Так, цветочки. Кто-то спрашивал, я дозаказала, и что-то все молчат, так что я их вот на распродажу выставляю. Цветочки в позолоте. В каждой серединке здесь у нас радирование идет и алмазная огранка, эффект камней. Есть в двух размерах, 17-17,5. Вес серёг 3,2, по скидке 1300 за комплект. Ну, здесь на маленькую мочку. Поэтому колечки небольшие на изящную, так скажем, барышню. 17 есть и 17,5. Так, еще один комплект в позолоте. Тоже его откладывали, но так и не надумали. Выставляю опять на продажу. Скань, позолота под красное золото. Размер кольца 18. Вес серег 6,1. По скидке 1800.
на любую мочку с очень хорошим занижением. Шикарный ажур. Позолота действительно очень красивый, красный пресни. И, к счастью, очень часто оказывается на распродаже. Вот такой вот стильненький комплект приехал. Тоже не крупный, на каждый день. Размер 17,5. По скидке 1300. Вес серег 3,3 грамма. Здесь на маленькую либо среднюю мочку с занижением. 1300. Шикарный комплект. Так, еще один. Тоже дозаказывала. Был в какой-то у нас распродаже с крупными камнями. Крупные фианиты в позолоте. Шикарный блеск, очень красивые сами корзиночки. Девчонки, успевайте, даже не знаю, уже на складе их, по-моему, нет. Ни в распродаже, ни без распродажи. Так, размер у меня остался 19, по скидке 1700, вес серёг 8,3 на любую мочку. Фианиты у красной пресни собственной огранки очень хорошего качества, они прям на радугу. Видите, спектр раскладываю. Так, по комплектам все. Так, и пошли серьги. Яркость моя любимая в позолоте. Смотрите, здесь у нас ставочка. Синтетический корунд под рубин и фианиты. Вес 3,2, по скидке 1900. Смотрятся действительно как золотые с рубинами. И они такие, видите, немножко под старину, наверное, сделаны. По тем моделькам. Как бы камни-то показать на просвет. Очень красивый цвет. Девочки. Так, следующий у нас. Кто-то тоже не выкупил. Вот такую маленькую прелесть. Серьги идут в родирование, вставка искусственный нефрит и фианит. Вес 4,1, по скидке 1900. Смотрится очень хорошо, были они тоже с разными камушками. На маленькую либо среднюю мочку и очень хорошее занижение. Смотрится прям как натура, нежный такой яблочный нефрит. Так, далее восьмерочки. Или матрешки в позолоте с фианитом. Вес 2,7, по скидке 450 рублей. Здесь тоже на любую мочку. Серьги, конечно, сами небольшие, но под любую мочку. 450 рублей серебро. Сейчас бижутерия, девчонки, дороже идет. Так, вот такая прелесть. По типу конго, но серьги идут скобочками на любую мочку в позолоте. Вставка здесь имитация жемчуга, крупные жемчужинки. Вес 4 грамма, по скидке 1520. Так, следующее в родирование серебро. Вставка у нас фианит под топаз, ярко-голубой. Вес 5,6, по скидке 2,250. Очень классно тоже сидят. Замочки на маленькую либо среднюю мочку с очень-очень хорошим занижением. Буду дырочку, неудачный прокол закрывать. И цвет очень яркий. Так, любимая моделька. В родировании имитация жемчуга. Жемчуг сиренево, такой серебристый. Вес 6,6, по скидке 2000. На любую мочку с занижением. Садятся прям под мочку, подушка, как бы ушко обнимают. Такие вот палочки. Так, следующее с чернением.
Здесь искусственный голубой агат. Вес 4,5. По скидке 1170. На любую мочку серьги с занижением. Так, еще одна вариация излюбленной модельки. Вставка имитация коралла. На любую мочку в радирование с занижением. По весу 7,6 грамма. По скидке 2000. Шикарная модель. Ярко-красный, прям на лето. Так, и вишенка на торте. Наши любимые серьги в позолоте с натуральным жемчугом. Завитушечки. Жемчуг натуральный, белый. Крупный достаточно. Вес 5,5 грамма у серег. По скидке 950 рублей. На маленькую либо среднюю мочку. Вот такая у нас сегодня получилась распродажа. Еще раз, доставка в любую страну Почта России с Дэк Боксбери. Ссылочки для заказа все внизу под видео и закреплю в комментариях. Вам спасибо, что смотрели. Всем хороших выходных и пока-пока!